я Алан, то есть и все приветы, с вами я Алан Терибул, и сегодня со мной... Сослан Гейм, всем привет! Я сейчас буду говорить поувереннее. Короче, я все скажу, мы играем в Майнкрафт на PlayStation, и вы очень просили Алана, да, мы сыграли. Да, вот тут тоже написано PlayStation R4. И смотрите, а почему мы в разных местах заспавнились? Какая разница, я хочу убить. Ну, интересно, короче... Интересно, как вопрос будет выглядеть человек, который рубит дерево голыми руками? Это сверхчеловек. Не бери. Я тебя хапнул. Я сейчас буду разговаривать поувереннее, потому что это помогает для видео очень сильно. И вам будет слушать поприятнее. Слушать поприятнее — это самое главное. Да. Потому что ты так сказала, так как будто это самовнушение. Да. Потом... Слышать приятно, я не типа моего голоса. Тут у нас микрофон стоит. Я вам же ведь говорил, микрофон будет. И будет. Ну, и то есть уже интересно, есть. Интересно, где у вас он завалялся так? Что у вас микрофон был? Не знаю. Я сначала не понял, для это игр, Арктика например. Или пустыня? Но по кактусам я знаю, что теперь, что это пустыня. По-моему, подожди. А ведь кактусы в Арктике. Ведь в Северном полюсе растут кактусы и песок, а в пустыне снег и белые медведи, и лед на море. Так, я пришел добывать. Или нет? А, нет, нет, я перепутал. Простите, я перепутал. Если это видео смотрит какой-нибудь ютубер, тогда хаюшки! Иван Гаюшки. Так, сначала сделаем так, потом... Если честно, мне нравится очень много ютуберов. Они все очень крутые. Ну да, все ютуберы стараются. И им за это спасибо, что они стараются. Они просто... Страдают. Ты так сказал. Ну да, они страдают. Ну, не страдаю, видео записывать это весело, но монтаж. Я монтажом страдаю. Всегда. Я типа сейчас плачу. Это больше похоже на ты сам знаешь что. Опять не бери все. Ты меня выгнал. Давай я пока сделаю дом наверху, хорошо? Окей. Стой, стой, стой. Стой, стой. Стой, иди сюда. Иди сюда. Вот там. Иди сюда. Да-да-да, иду, иду. Тут сделать дом. Не, так давай погоди вот ты. Тут. Давай вот тут дом сделаем. Давай, на тебе. А у меня вот дерево. Очень это же, это каменный топор. Это да. Каменный топор и тебе. Да. Я сейчас буду очень много добывать. А я в шахте рыться. У нас у всех есть роля. Я дровосек. Роля. У нас есть роля. А как еще? Роли? Роллы. У нас у всех есть роллы. Зимой с цветом, а не на цветом. Ну, даже, конечно, рояль. А, точно. И еще зимой и летом одним цветом, если вам друзья скажут, тогда скажите им. Не знаешь, надо. Что зимой и летом одним цветом? Знаешь, что? Знаешь, что? И он скажет, что же, мой дом внутри. Зимой и летом одним цветом. Ну, если ремонт не сделаю. Ремонт.
скажите... Да что ты пристал ко мне? Пожалуйста, не убивай. А-а-а! Если его ударил, тебе капец. Ты его ударял? Да. Все. Ну, гений, собачка, хорошая. Почему-то у меня раньше из угля падал опыт. А ты знаешь, что тут уголь можно из деревянной кирки добывать? Да. Наконец-то у нас есть микрофон. С микрофоном, по-моему, поглажу. Самое то. Да. О, так светло, честно, вдруг стало. Ну, с телефона я не буду с микрофоном играть. Потому что, ну, там есть только кабель для подключения к компьютеру и PlayStation. Но для телефона нет, к сожалению. Там есть маленькое отверстие на Samsung, и тут тоже есть такое маленькая штучка. Но она не работает. Нужно ее подсоединить куда-то и это засунуть. Я шахтер, у меня почти. Ты шахтер из Clash of Clans. Да. А я тогда кто? А я строитель, да. Ну, по сути, да. Каменный меч, лучше два. Два. Нужно три дерева нужно. Эй, отгадайте эту загадку. Зимой и летом разного цвета. Там миллион ответов, но вы скажите один из них, хорошо? Это... Ой-на-на-ме! А, кстати, я знаю сейчас... зимой и летом одним цветом. Рояль. Зимой и летом разных цветов. Знаешь, это что... Это рояль. Нет, это знаешь, что... Clash of Clans. Там же есть зима тоже. И есть... Ну, по сути, что это человеческий год проходит. У меня был человеческий год проходит. Ну, давайте еще дерево добудем. Ой, что я делаю? Какое дерево? Я уже дом давайте сделаю. Ну, давайте я на очень высокую гору пойду, или гору, и вот там сделаю. Это то! А, печка же здесь. Внизу верстака. Верстак, это... Верстак топчет это самое, печку. Я буду торговить этими домами разными. Я сделаю разные дома, я сделаю каменный дом, я сделаю еще деревянный дом. И буду продавать. Как еще я продавец ведь. Да. Простите за эти звуки. И за эти тоже. Ну, а вдруг им не слышно? Скорее всего, слышно. И это меня очень сильно расстраивает. Как интересно, это работает сейчас? Ну, по-моему, таких звуков лучше не будет. Хотя будет. Да, потекла. Ау. Не поранился. А, я сейчас пока... Что это было? Тут исчезают. Странно. Слишком странно. А если я нормально ее такую шахтищу сделал? Так. Как будто издеваются. Серьезно. Серьезно, как будто издеваются.
вот и нашел всё. Железо. А, железо. Молодец. Если делаю... Куда я выпрыгнул? Я вниз выпрыгнул. Ну, хотел на гору подняться или на гору. На гору. Это бесконечная добыча нефти. Нефти? Точно нефти? Вдруг чего-то другого. А вдруг именно нефти? Откуда ты знаешь? Вот экран. Это доказательство. Я буду жить в шахте, а ты на улице. Ну, нормально, я себе довольно глубоко делаю дом. В шахте это плохо. Будут пауки идти и все такое. Ну, смотри, а шахту, которую я сам вырыл. Да, ну смотри. Ё-моё, ночью уже ты... Ты шо молчал? Мне ж надо верстак делать. Чтобы поняться, просто смотри, на какое глубоко я зарос. Я уже... Если бы координаты были, все было бы хорошо. Ну, я сейчас сделаю дом. Иди ко мне, хорошо? Да не, мне надо просто дверь сделать. Ну, как я тут буду выжить? Бенч. Бенч. Мне еще ведь факела нужны. Быстро. Я потеряю свой дом. Ой, простите, у меня аккумулятор разрядился. Сейчас подключу к зарядке. К зарядке. Сегодня надо мной все издеваются. Так, ровно хватило главное. Это... Сейчас. Все, вот. Это были технические проблемы на 5 секунд. Кстати, иди лучше сюда. Куда? К тебе? Еще. Этот видос выйдет на канале Сослана и Геймса. Если возможно, тогда можно, он скопирует. А то... Он должен скопировать, чтобы все получилось. Ведь это мы вместе снимаем. И будет видео на моем канале и на его канале. Потому что мы вместе старались для вас. Все для вас, если честно. Березу? А пока она... Что я так криво ставлю? Ой, простите, у меня опять выпрыгнула табличка. Табличка, если что, с моего экрана. Да. Разряжен там было написано. Так. Ага. Собираем. Майнкрафт тоже надо мной издевается. Сегодня издевательство. Это ладно. Давай домик сделаем и продолжим в другой серии. Давай длиннее сделаем. Что? Подлиннее сделаем. Что сделаем? Подлиннее. Серию подлиннее. Не, я дом сделаю и все. Серию сюда. Эту закончим, наверное. Ну, я уже себе нормальный домик доделаю. Не обращайте внимания, что у нас одинаковые имена, только цифры разные. Ну да. У меня вон там мой дом. Видишь? Иди ко мне просто. Я пока себе тут сделаю дом. Я боюсь. У меня там двери стоят. Я не хочу умирать. Я себе уже уголь нормально добыл. Хотя я здесь хотел себе дом сделать. Открой дверь, она не заперта. Тук-тук-тук. Открой же. Тук-тук-тук. Просто посмотрите, какой у меня путь. А? Посмотрите, какой у меня путь. Я
стену ударяюсь, ау, головой. Ау, 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 ау. А ты закрыл дверь? Нет. Прости. Да я поднимусь. У тебя есть кирка вопрос? А я могу сделать. У меня очень много. Быстрый спуск. Досок. Доски, хорошо. Дать тебе. Давай поторгуем. Ой, нет, моя. Ну хорошо. Дай мне одно железо, а я тебе 9 досок. Да я тебе просто отдам железо. Тебе нужно железо вообще? Да, одно. Так было по половине. Мне не нужно дерево. Мне хватит, все. Это тебе тоже просто. По половине, у меня было 8. Say what? Say what? Dance, dance. Это клик. Pac-Man, Pac-Man. Не в ту сторону. Pac-Man, 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 Pac-Man. Ну, давай на этом серию закончим. Хорошо? Давай. Ну, короче, всем удачи и всем... Пока-пока.